Вы смотрите итоговый выпуск программы «Де-факто» событий и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Аварии на дорогах. Одним помешала погода, другие обгоняли и мчались на красные. Есть пострадавшие и жертвы. Угрожал расправой жене и дочери. В Хойниках милиция задержала скандалиста, который вооружился ножом и топором. Когда улика на вес золота? Работа эксперта помогает раскрыть преступления давних лет. Наркоторговля – реальная и виртуальная. Как устоять перед угрозой? В репортаже Алексея Немкевича. О проблеме наркомании и вовлечении молодежи в наркобизнес поговорим с экспертом. А также взрыв на химическом заводе в России, преступник с мачете и снос старого моста в Нью-Йорке. Все самое интересное в рубрике «Я очевидец». Как и всегда, начнем с обзора криминальных событий и происшествий за неделю. Пожар в Петрикове закончился трагедией. Инцидент произошел рано утром в доме по улице Бумашкова. Прибывшие по сообщению о запахе гари в подъезде спасатели вскрыли двери однокомнатной квартиры. В сильно задымленном помещении они обнаружили хозяйку квартиры 1986 года рождения в бессознательном состоянии. Женщину передали работникам скорой, которые констатировали ее смерть. Причина пожара устанавливается, проверку проводит следственная оперативная группа. Спасатели Мозырского района ликвидировали пожар жилого дома в деревне Щекотово, но не спасли его хозяина. Мужчину обнаружили на полу в одной из комнат без признаков жизни. Он был известен как человек, злоупотребляющий спиртными напитками. Одна из рассматриваемых версий причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. В Будокошелевском районе бесправник, двигаясь на малолитражке по автодороге М8 со стороны Витебска, столкнулся с легковушкой. Водитель автомобиля Volkswagen Golf выехал на встречку и протаранил Passat. Нарушитель погиб на месте ДТП. В Мозырском районе столкнулись сразу три машины. На втором километре автодороги Р-31 водитель МАЗа, поворачивая налево, не пропустил автобус. От удара последний выехал на встречку, где столкнулся с Audi A6. После этого все машины съехали на обочину, а в Audi оказался зажат водитель. Позднее вместе с пассажирами его доставили в больницу. В суде Центрального района Гомеля продолжается слушание по делу бывшего морозовца. Согласно материалам дела, обвиняемый, вернувшийся из тюрьмы, помогал выбить долг знакомому, а также вымогал деньги на поддержку сидящих товарищей, угрожая пневматическим пистолетом и распечаткой собственного приговора. В ходе очередного заседания была назначена дата прений. Они пройдут 25 января. А в суде Гомельского района приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего директора агрокомбината «Южный». Экс-руководитель обвиняется в получении взятки. В начале августа прошлого года правоохранителями был задержан директор одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Гомельской области. И хоть пробыл он в должности чуть более полугода, гособвинители утверждают, что взятку получить успел за первоочередное погашение кредиторской задолженности перед двумя фирмами-поставщиками. Слушания по делу продолжаются. Угрожал расправой жене и дочери. В Хойниках сотрудники милиции задержали дебошира, который пошел на близких с ножом и топором. Когда милиционеры приехали в дом скандалиста, то с ним пришлось вести долгие переговоры. Рассерженный находился в гостиной, а его жена и дочь закрылись в спальне. Мужчина явно был не в себе, он даже угрожал сотрудникам милиции. Но в ходе длительных переговоров те все же сумели уговорить его сложить оружие и доставили дебошира в райотдел для разбирательства. В Калинковичах водитель грузовика наехал на ребенка. 10-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, но от наезда многотонной машины это его не спасло. Юного пешехода доставили в травматологическое отделение районной больницы. В обстоятельствах ДТП разбирается ГАИ. Следственный комитет продолжает вести целенаправленную работу по уголовным делам о нераскрытых убийствах прошлых лет. На днях следователи завершили расследование об убийстве 2014 года. Недостающее звено в этом деле помогли найти эксперты. 18 октября 2014 года в Мозыре в одном из многоэтажных домов в своей квартире с явными признаками насильственной смерти было обнаружено тело 54-летнего мужчины. При проведении судебно-медицинской экспертизы на теле погибшего были зафиксированы многочисленные телесные повреждения, а в крови содержался этиловый спирт в количестве 3,16 промилле. Сыщики терялись в догадках, с кем же могла быть распита последняя в жизни погибшего бутылка спиртного. Раскрыть преступление по горячим следам
следам тогда так и не удалось. Следователи сумели установить мужчину, причастного к убийству, только по прошествии 4 лет. Правда, расследовали они при этом совершенно другое преступление. В апреле прошлого года в Мозыре молодой человек, находясь в состоянии наркотического опьянения, беспричинно нанес 2 удара ножом случайной прохожей и скрылся с места преступления. По подозрению в совершении особо злостного хулиганства, правоохранители задержали 23-летнего жителя райцентра. Следователи возбудили уголовное дело. В ходе расследования уголовного дела по особо злостному хулиганству следствие отрабатывало круг общения подозреваемого. В итоге были установлены новые свидетели по убийству прошлых лет. Сотрудники Следственного комитета в тесном взаимодействии с правоохранителями и экспертами Государственного комитета судебных экспертиз возобновили работу по сбору доказательств умышленного лишения жизни мозырянина. Следствие установило, что ранее этот молодой человек неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. На его счету хищение денег из ящика для пожертвований инвалидам-колясочникам, нанесение ножевых ранений парню и несовершеннолетней девушке. Однако судом Мозырского района мужчина был освобожден от уголовной ответственности за совершение преступлений в состоянии невменяемости и приговорен к принудительному лечению. Месяц он пробыл в областной психиатрической больнице, откуда потом сбежал. С правосудием он снова повстречался в 2018-м, когда похитил из магазина продукты. Именно тогда следователи стали проверять его на причастность к убийству и не ошиблись. Расследование преступления 2014 года было возобновлено. Эксперты провели около 50 различного вида исследований и экспертиз. При исследовании микрообъектов на изъятых вещественных доказательств эксперты установили наличие волокон общеродовой принадлежности на предметах одежды погибшего и подозреваемого, что помогло следствию доказать, что они контактировали между собой. По заключению комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы, в 2014 году молодой человек имел синдром зависимости от употребления летучих растворителей, а также расстройство личности и поведения. Тем не менее, он мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Психическое расстройство у него развилось позднее. На основании анализа всех собранных по делу доказательств, следствие пришло к выводу о причастности к убийству 4-летней давности молодого человека. По версии следствия, в период с 17 на 18 октября 2014 года молодой человек, находясь под воздействием токсических веществ, нанес множественные удары ножом хозяину квартиры. Уголовное дело о совершении убийства и особо злостного хулиганства передано прокурору для изучения и дальнейшего направления в суд. По результатам расследования в Гомельскую областную клиническую психиатрическую больницу внесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Спайсы, соли, крокодил, К2, флака, куш, 25Б, черная мамба. Названия разные, смысл один – это синтетические наркотики. И в последнее время именно они стали угрозой национального масштаба. Изготовленные в лабораториях они, наряду с традиционными наркотиками, не что иное, как чума 21 века. О том, с чего начинается зависимость, какие наркотики самые опасные и почему на свай далеко не безобидное баловство. Ответы на эти вопросы в материале Алексея Немкевича. Работа в этой лаборатории, кажется, не останавливается ни на минуту. На столе у гомельских экспертов очередная порция изъятых семян марихуаны. Им предстоит отделить их от мусора и узнать точное количество вещества. К слову, марихуана относится к старожилам республиканского перечня наркотических средств и психотропов, который регулярно обновляется. Последнее изменение было в декабре 2018 года, и было внесено 10 новых веществ в данный перечень. Что касается распространения наркотиков, то альфа-ПВП является одним из самых распространенных психотропных веществ в настоящее время, изымаемых из нелегального оборота на территории Гомельской области. По некоторым данным, в мире ежегодно появляется до 100 разновидностей синтетических наркотиков. Изготовители этого зелья, являясь специалистами-химиками, зачастую лишь немного изменяют структуру уже известного психоактивного вещества и получают его новые виды. А вот этот дорогостоящий прибор фактически как целая лаборатория. Его главная особенность – это оперативность. Он способен в течение 40 минут определять любое наркотическое средство или психотропное вещество.
Одним из основных каналов распространения наркотиков на сегодняшний день является интернет. В сети действуют сотни сайтов, пропагандирующих наркотики, а с учетом блогов и форумов число таких ресурсов может достигать тысяч. Немалый процент из них приходится на русскоязычный сегмент интернета. Нами весной был задержан организатор одного из самых старых интернет-магазинов, так называемый «Эрнеста». В настоящее время дело рассматривается уже в суде. Человек организовал магазин еще в 2013 году, а с его слов начал заниматься с тех времен, когда только появились так называемые на тот момент легальные наркотики, спайсы, когда еще они не были запрещены. Такое задержание можно считать крупным успехом, ведь чаще всего удается схватить лишь промежуточное звено – закладчиков, которые зачастую не знают, откуда поступают наркотики. Поставщики их используют как расходный материал, и лишь некоторые задерживаются в этом наркобизнесе дольше других. Однако финал в итоге одинаков для всех. Был задержан гражданин, проживавший на территории Гомельской области, в Гомельском районе, который успел поработать закладчиком на территории города Гомеля, потом выбывал на территорию Казани, там находился порядка нескольких недель, после чего вернулся в качестве оптового курьера в город, ну и по истечении там нескольких дней был задержан. Только у него одного изъяли более 250 грамм мефедрона психотропного вещества, ну и порядка еще полкилограмма других психотропных веществ, альфа-ПВП, ну и так далее. На этих кадрах видно, во что может превратиться человек после приема наркотика. И что самое главное, для того, чтобы это случилось, не нужен большой стаж наркомана. Достаточно и одного раза. Однократный прием наркотического средства модулирует, то есть преобразует настолько, что даже одна проба наркотика способна по своим эффектам закрепиться в генетической памяти и передаваться по наследству. К слову, возраст и мотив для того, чтобы попробовать наркотики, у всех разные. По мнению специалистов, подтолкнуть к этому может, например, спайс. Эта некурительная смесь оказалась далеко не безобидной. Нам прививалась одна принципиально важная вещь – перешагнуть ту самую запретную черту. Нам не свойственно употребление подобных средств ни в генетической, ни в национальной памяти. Этого нет, нет этих традиций. А это предтеча наркотрафика. Я делаю шаг, ничего страшного не случилось. Следующий шаг – я употребляю наркотик. В целом, за прошедший год только в нашем регионе было выявлено порядка 700 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них 285 – сбыт. Кроме того, за это время оперативниками было перекрыто 14 каналов поставки наркотических веществ и психотропных средств. Эти немаленькие цифры говорят о том, что проблема никуда не ушла и актуальна до сих пор. Алексей Немкевич, Василий Осипцов. Специально для программы «Де-факто». Весь наркооборот сегодня сосредоточен именно в сети. Там происходит большая часть наркосделок, публикуются заманчивые предложения и подыскиваются дилеры для распространения наркотиков. А если подумать, кто сегодня проводит за компьютером большую часть свободного времени, то несложно догадаться, что это молодежь. И она получила вызов наркопреступности. О противодействии незаконному обороту наркотиков в студии программы «Де-факто» мы поговорим с начальником отделения управления по наркоконтролю УВД Гомельского облисполкома Алексеем Шульженко. Алексей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, удается ли сегодня мониторить скрытый сегмент интернета, где реализуются наркотики, и бить карты наркодилеров? Безусловно, проблема в настоящее время существует, и все мы прекрасно знаем, что наркотики ушли в интернет. В нашем подразделении существует группа аналитической разведки и сотрудники, которые работают непосредственно в данном направлении. Можно сказать, что вся республика, наверное, работает в данном направлении с целью того, чтобы предотвратить, скажем так, распространение наркотиков через интернет. Безусловно, у нас есть свои методы работы в данном направлении. Безусловно, есть результаты по пресечению деятельности интернет-магазинов. Опять же говорю, что проблемы это есть. И неплохие результаты. И неплохие результаты, да. Есть у нас возможность с ней бороться и, собственно говоря, этим мы и занимаемся. Как попадается молодежь на заманчивое предложение? И что им нужно помнить, чтобы не попасть в такую историю, неприятную историю? Основной причиной, наверное, является это деньги. Заманивать пытаются деньгами, большими какими-то заработками. Но понятно, что из
люди из числа преступников, которые пытаются заманить в свои сети так называемых продавцов, никто же не объясняет, какие могут быть последствия. Конечно, предлагаются определенные денежные заработки, достаточно серьезные, но никто не говорит о том, что какие сроки лишения свободы, да, наступают в случае привлечения людей к уголовной ответственности. Они... То есть человек просто, ну, несведомые люди, они не понимают, особенно молодые, да, что чем может это может закончиться. Может быть, и понимают, но, к сожалению, пытаются их убеждать в том, что, значит, словить таких людей невозможно, что все это в интернете. Это там же в интернет-магазинах об этом как бы ну, говорится. Я думаю, да. Говорят, что словить практически невозможно, и ну, будете работать абсолютно спокойно. К счастью, наверное, это не так, потому что все эти преступные схемы рано или поздно нам становятся как бы известными. Люди привлекаются, лица, которые причастны к незаконному обороту наркотиков, привлекаются к уголовной ответственности и заключаются под стражу. Наверное, немалые деньги обещают наркосбытчики своим дилерам. Я думаю, что немалые. Угу. Вообще эта проблема, конечно, существует, и наркоторговля, и наркопотребление. Давайте послушаем мнение людей, что они думают по этой проблеме. Это все очень близко может оказаться, очень рядом. Конечно, волнует. Хочется как-то оградить своего ребенка. Ну, молодежь сильно подсела, не только молодежь, все сейчас сидят. Волнует, но это, наверное... Пока мы не столкнулись, нас, наверное, меньше всего волнует. В нашей стране это не то чтобы очень хорошо развито, и не очень много людей принимают наркотики, но все же это очень страшная проблема, которую надо решать. Но она достаточно распространена. Но лично как меня она не касалась жизни, слава богу. Поэтому я не видел такого, что прям наркоманы такое. Смотришь, много друзей, знакомых. Все от этого страдают. Угу. Ну и за детей страшно, за внуков. Не, ну просто, чтобы с этим бороться, значит, надо что-то об этом знать. Мы об этом ничего не знаем. Нам недавно проводили как-то презентацию, то, что создаются новые виды наркотиков, и правительство никак не успевает это все убирать. То есть новые свойства появляются, новые ощущения, и из-за этого никак не могут с этим бороться. Если бы они взяли начальную формулу, еще все это создается, можно было бы сразу закрыть все это производство. Как избавиться? На правильный путь ставит наша молодежь. А у нас только сотовые телефоны, эти интернеты, а толку никакого. Надо воспитание правильно делать. А то, что закон, как говорится, такой серьезный к этому относится, это я считаю справедливо. Это нормально. Ну, я думаю, власти у нас достаточно компетентные, чтобы решить все эти вопросы, и они решают. Ну вот такое мнение людей по незаконному обороту наркотиков и проблеме наркомании. Как вы можете прокомментировать увиденное? Совершенно предсказуемо, что высказывания людей разнятся между собой. Понятно, что люди переживают за своих детей, переживают за то, чтобы они не были вовлечены, не пристрастились к этой пагубной привычке и уж тем более не пристрастились к наркосбытам, за которые существует достаточно серьезная ответственность. Тем не менее, я могу сказать, что проводится значительная профилактическая работа сотрудниками органов внутренних дел и иных государственных органов. Проводится на постоянной основе выступления в трудовых коллективах, в учебных заведениях, значит, и среди школьников, также и на родительских собраниях среди детей, где разъясняются правовые последствия употребления наркотиков, правовые последствия незаконного оборота наркотиков и так далее. Можно, я думаю, что все уже заметили, что в Гомеле появились и троллейбусы, и автобусы, которые оклеены антинаркотической тематикой, да. Работа проводится значительная. Вот про формулу вещества, то, про что говорил молодой человек, удается все-таки оперативникам и да, работать на опережение? Безусловно, удается. Уже давным-давно все формулы внесены. И основные компоненты. Основные компоненты все внесено. Нету такого, как было раньше, что появлялись новые формулы, и мы не могли с ними работать. Абсолютно сейчас все наркотические средства, психотропные вещества со всеми формулами внесены в список наркотических средств, психотропных веществ, и все они незаконны, подконтрольны нам. Скажите, а вот проблема там опия, вот этих бубок, она как-то решена, вот наркопритонов, которые раньше так были? К счастью, с этой проблемой удалось покончить буквально, наверное, год-два назад уже окончательно, и можно с уверенностью сказать, что на территории Гомельской области проблема распространения семян мака исчезла. Угу. Соответственно, ликвидированы
эти наркопритоны, которые были и мешали соседям, которые жили рядом с этими квартирами наркоманскими, так называемыми, жить. То есть купить те же семена мака уже большая проблема? Семена мака, которые соответствуют государственным стандартам расфасовки, ну, это понятно. Возможно. А вот эти именно сорные, неочищенные сорные, сорными примесями маковой соломы, их купить на территории, ну, во всяком случае, нашей области нельзя. Алексей Николаевич, расскажите, как борются с проблемой наркоторговли оперативники и какие результаты деятельности имеете за прошлый год? Достигнуты определенные результаты. В истекшем году выявлено 755 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из которых 285 связаны непосредственно с их сбытом. На территории Гомельской области пресечена деятельность двух лабораторий по производству наркотических средств, психотропных веществ. Выявлено 6 помещений для выращивания наркотиков, а также перекрыто 3 канала поступления наркотиков на территорию республики. Необходимо отметить, что не остается без внимания и распространение насвая, которое имеет место на территории нашей области. Могу сказать, что достигнуты значительные результаты в этом направлении. Изъято более 500 килограмм этого некурительного табачного изделия насвай. И граждане нашей Гомельской области 587 раз привлекались к административной ответственности за незаконные сделки с этим некурительным табачным изделием. Алексей Николаевич, большое вам спасибо за конструктивный разговор. О том, как противостоять наркотикам и не сломать себе судьбу, выбрав легкие деньги, мы говорили с начальником отделения управления по наркоконтролю УВД Гомельского облисполкома Алексеем Шульженко. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец», подборка происшествий и интересного видео, снятого людьми со всего мира. В Лондоне сотрудники Скотланд-Ярда отразили атаку прохожего с мачете. Агрессивный выпад мужчины попал в объектив очевидцев из автобуса, но стражи порядка быстро успокоили дебошира электрошокером. Мужчина был временно парализован разрядом электротока, после чего доставлен в отделение лондонской полиции. Шейкер Хайтс, штат Огайо, США. Водитель этого пикапа показал, как надо парковаться, если стоянка забита машинами. Он просто их растолкал, повредив не только свой, но еще 5 автомобилей. Причем неизвестно, был водитель пьян или просто в плохом настроении. Его до сих пор разыскивает полиция. Известно лишь, что это был чернокожий мужчина. Мощный взрыв на заводе под Санкт-Петербургом попал на видео. Вот случайные кадры из салона автомобиля, а вот съемка камеры видеонаблюдения завода. Есть и другая любительская запись. Инцидент сейчас расследуется. В результате взрыва произошло обрушение с последующим возгоранием половины здания. Огонь захватил площадь в 60 квадратных метров. Из 185 рабочих завода пострадало 5. Старый мост через реку Гудзон взорвали в минувший вторник в Нью-Йорке. Сооружение на протяжении 63 лет соединяло восточную и западную часть города. Но в 2017-м мост закрыли. Дело в том, что срок безопасной эксплуатации моста по первоначальным расчетам архитекторов составлял 50 лет, а его использовали на 13 лет дольше. Рядом с ним построили новый мост, а старый решили взорвать. После подрыва бетонных опор западная часть пролета красиво упала на воду. Думаете, косплей – безобидное занятие? Ошибаетесь. Страсти бушуют и в этом виде искусства. Участник фестиваля решил отомстить своему конкуренту и поджег его автомобиль. Тот вспыхнул моментально, а пламя повредило еще 5 машин. Поджигатель попал на запись камер видеонаблюдения и вскоре был установлен полицией. А это видео показывает, почему посылки лучше забирать на почте, а не пользоваться доставкой. В Кентукки бомж присвоил себе бандероль, которую почтальон оставил возле входа в частный дом. Осмотрительности прохожего можно только позавидовать. Как подметил автор ролика, хромому воришке не понадобилось и трость, чтобы быстро унести ноги с места преступления. И напоследок вот это видео. Герои захотели сделать селфи на рельсах перед локомотивом, но машинист все видел. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. На сегодня все. Увидимся в это же время, ровно через неделю. До свидания.